помідорчики. Чері. Так. О. Карадиші. Це можна сорвати і викинути. Нікуди він не годиться. Ось тут, да. Опа, оце і можна сорвати. А ну смотри, Вова, какая это. Ну так. Та лучше, это еще не спелая. На том дереве? Да, на том дереве можешь пойти нарвать, с той стороны. Там лучше, да? Добро. О, обрывается хорошо. Ну да. Песня. Вкусная, сорт хороший. Синікатов. Михайло, Микола, Павло, Петро, Серафима, Степан, Федір, Федот, Філіп, Юліан та Юхим. За народними прикметами, якщо вранці почався дощ, відтриватиме недовго. Православна церква сьогодні вшановує пам'ять мученика Маманта, а також його батьків. Що ти, родной? Я поки сівку буду пробувати. Сівку будеш пробувати? Ага. Тебе почистити? Ты смотри, чтобы это самое, червячка там не было. Ну, они не червивые. Вкусные, да, у бабушки сливки? Да. Ты в садике сегодня же был, да? Угу. Ну что, там порядок? Не вылазит. Косточка? Угу. Давай я тебе почищу. На. Угу. На, вот, я косточку убрал, на вот эту. Давай эту положим, вот кушай. Просто мы же все равно кровные, брат и сестра, вот с Вовой, да. Бывает, я могу ему все равно сказать, что меня не устраивает, да, предположим, ну, есть там какие-то моменты. Он вначале вроде как и обижался, но я ему всегда говорю: Вов, ты же знаешь, я тебя люблю, я твоя сестра. Так что ты, пожалуйста, не надо воспринимать это остро. Я сказала, я тут же забыла, я могу высказать, но в тот же момент я ж дальше продолжаю общаться. Духовка тепленькая, закрываю,
А тоже. Пирог будем кушать, да? Угу. Дождались. Пирога. Дождались. Так, сейчас опять будет. Красивый чай теперь, да? Красивый, да? Нет, разные. Там разные. Этот с корицей. С корицей. Не, с перцем я не давала. С корицей. Ну да. Красиво. На тарелочке. Маленькие, да. Наталка, и ты лопаточку возьми эту. Эту кусочку. Если она не услышит, сейчас придется идти. Да, это не пробуй, очень сладенький. Очень вкусный. Вова, спасибо. Очень вкусно. Еще кусочек. Вкусно тебе? Популярно.